Полицейские, инспекторы и карета скорой помощи приехали поздним вечером на улицу Шуртыгина. Их внимание привлек пожилой мужчина, который, по рассказам очевидцев, лежал возле пешеходного перехода. Подозрения, что его сбил автомобиль, не подтвердились. Пенсионер сам упал на дорогу, он жаловался на боли в ногах и не мог встать самостоятельно. В итоге его погрузили в медицинский автомобиль и отвезли в больницу.